Ирина Леонидовна. Вы только туда чуть-чуть. Вот я хожу. Все, я ухожу. Все, устали? Это я еще, говорит, убрала. А дальше некуда. Не, я не люблю. Вот если честно сказать, сегодня первый раз. Как ощущения? Шикарные. Я ходила на стадион. На стадион. Там тоже хорошая площадка. Какой вам тренажер сегодня понравился больше всего? Вот, на котором я сейчас. Шикарный тренажер. Можно так и до вечера идти, да? Да. Бодрость духа сразу. Погода прекрасная, настроение шикарное. Сделайте, пожалуйста, на Нижнем Солнечном тренажеры такие. Мы будем ходить всем Нижним Солнечным. Когда у меня заболело плечо, остеопороз правого плеча, не могла поднять руку. Потом мне сын купил вот эти палки. Я в течение месяца ходила с этими палками. У меня остеопороз прошел. Я стала поднимать руку. Да, пойдем туда. Сколько вам лет? 93. Александр Петрович, а как часто вас можно увидеть, что вы занимаетесь спортом? Каждое утро. Правда? Каждое утро. Вот с палочками. А, ваше занятие это ходьба? Да. Сколько вы проходите? Сколько вы проходите? Километр, два, три? Ну, сколько? Да, жилька. Да. Километр три, туда я. Я мешаю. У нас 6 отделений на дому и 3 отделения дневного пребывания. А как часто вы проводите такую акцию? В первый раз? Да, мы решили такую акцию провести первый раз. И как ваши подопечные отреагировали? Вот, видите, дружно собрались. Погода сегодня нам позволяет. Очень хорошо, у всех хорошее настроение. Занимаются они каждое утро здесь, несмотря на любую погоду. И в дождь приходит, и в холод приходят. Здесь вот у нас... Кондиционеры работают. Мини-маркет «Бульвар» поздравляет кирчан старшего возраста с Днем пожилого человека и дарит подарки, которые, мы надеемся, поднимут настроение. Спасибо, девочки. Здоровья вам. Спасибо вам. Большое счастье.